Всем привет, с вами Марс. Мы продолжаем проходить Stalker Zov Pripyat с дополнением Misery 2.0. В прошлой серии мы как трус прятались, предали бандитов. Прекрасно. Так вот, теперь мы отправляемся на лесопилку. Нам нужно немножко баблишко подфармить и купить GPS-ник. Я вижу, что жизнь будет... Ебать! Ебать, вы видели? Это кровосос! Сука! Блять, отличное начало серии. Пацаны, давайте! Ай, сука. Make by Ranger Station. Пацаны, проведите, пожалуйста, на Ranger Station. Не балуй. Оружие спрячь. Я спрятал. Все норм. Вы чем-то заняты? Где-то, блядь, Ranger Station. А вот Ranger Station. Привет, брат. 3500, да вы охуели, я сам пойду. Ну, слушаю тебя. Твари. 3500. Вы слышали это? Я за 3000 до Янова дойду. Так, ладно. Хорошо, допустим. Так это сталкер был? Ладно. Тогда не важно. Я думал, это кровосос. И уже сразу на очко сел. Ну ладно. Фух. Пофартило. Так, ну сейчас у нас будет большая разборка с питерскими. С бандитами, которые торгуют оружием с долгом. Точнее, долг торгует с ними. Так, давайте-ка подышим. Еще раз сохранимся. Нас ждут на лесопилке. Насколько я помню, там все довольно херово. И надо, извиняюсь. Так, ну тут вроде все как надо. То есть на F1 у нас аптечки, на F2 бинты. Аптечек очень мало, катастрофически мало, но не важно. Так, вот тут нас должны ждать. Если я не ошибаюсь, конечно же. Да. Сохранимся. Скоро я начну от голода страдать, поэтому надо что-то задавить. Давайте выпьем. Хорошо. Да здорово, парни. Чё, как вы тут? Не попадайся им на глаза. Это прекрасно, по-моему. Хорошо. Не буду попадаться им на глаза. Такой беспаленный.
пошло. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вижу восемь человек. Надо шпалеры и снарягу такую, чтоб тип-топ, ты понял? Блять. В общем так, Николай, что он долго есть, у меня тоже есть. Шпалеры и снаряга не вопрос. Качество, как всегда, лучшего не найдете. Ага, ну теперь все ясно. Валим их. Вперед, пацаны, хули вы. Кладем их всех. На, получай! Ой. Надо было водку съебать, но не сейчас же. Ой. На, получай! Ой. Я ж не знал, что водка тут так херачит. Может, сейчас отпустит? Давайте сохранимся еще раз. Попробуем по флангу бомбануть. К бою! Кончай, гада! Кидай, как я его! Сейчас чувствую, мне шпили-вили сделают. Блять! Ёбаный петух. Чё это было? Эл, приходи в себя, мать твою! Всё? Ой-ой-ой. Я победил? Надеюсь, что да. Только это что-то по-тупому было. Очень по-тупому. Кто ты такой, блядь? Морган. Пидрила. ПБС. Что это? Только не выброс, только, блядь, не сейчас. Что это за ты днище? У вас что, снаряги не было нормально? Дезертировал. А бы мне только уйти с этим всем добром. Не выбросли? Нет, вроде просто дождь. Чего я всего боюсь уже? Я провалил задание, но и хер бы с ним. Это
Это не так важно, главное выжить. А ну давайте все заберем. Так, еще раз проверим сталкеров и этих ублюдков. Им оно все равно уже не нужно. Сейчас у меня перегруз будет. Вот тут еще один пацанчик лежит, смотрю. А что за волына? Ой-ой-ой. Он 52-45. Ну ладно, не важно. Наверное, я просто выматываться сейчас буду ужасно. Так, давайте еще раз сохранимся. Ой-ой-ой, тут еще есть. У меня уже перевес капитальный. Теперь главное уйти отсюда. Потому что если я отсюда не уйду, это будет прискорбно.